Всем привет! Проезжаю сейчас по полям, смотрю готовность культур к уборке, и первый у нас на очереди это озимый рапс, но он у нас еще пока что не готов. Даже самые верхние стрючки не подходят к тому, чтобы быть сухими. Я думаю, минимум еще неделя. Ну что, поехал на озимый ячмень. Это влагомер, это ячмень. Наверное, меньше 14. Из-за того, что есть полегание ячменя, беру как с нижней части экземпляры, так и с верхней. Поэтому есть вот такая вот разница у меня во влажности. Соответственно, те, что пониже колосья, они у меня еще пока влажноваты. А те, что сверху, даже показывают норму ниже 14. Поэтому пока еще день-два подождем.